Иван, Дмитрий. Какой счет? 15-1. Так, Дмитрий, 24, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20 очков. А почему 20? 11-20, да, должно быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 22, конечно. Нет, 21. 21 с матчей по 2 очка, 22. Так, считаем дальше. 22 у Дмитрия, первое место. Так, сейчас до конца прочитаем. Александр Борисович, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 очков. 18 очков. Талант, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 очков. Лиза, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Правильно. Это практически второй результат, я думаю. Так, Сергей Викторович, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 очков. А уже записали. Иван, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 очков. Все, мы посчитали. Значит, 22 очко первое место Дмитрий. 21 очко Султан второе. 20 очков Андрей третье. 18 очков Александр Борисович четвертое. Я всего-то одна. Дальше считать? Да, обязательно. Пятое место, 17 очков у Ивана. 16 очков у Эдуарда. Шестое место. Ну так еще раз давайте. Шестое место. Где 17 два раза? 17 два раза. Два пятых места у нас у Таланта и у Ивана. Два седьмых. Нет, два пятых. Пятый, шестой. Это 16 очков. А это повыше у него было. 15, да, 16. Вниз дальше 14. Это у нас седьмое у Сергея Викторовича место. Седьмое. И седьмое же место еще у Сергея Сити, у двух Сергеев. Восьмое у Гриши. Девятое. А нет, это Архан был седьмое. Девятое это у Сергея Сити. Десятое у нас место у Лизы. Так, господа, во-первых, приз зрительских симпатий вручается однозначно. И Лиза! Приз зрительских симпатий, он твой. Лиза. Она впервые у нас участвует. На всю неделю на площадке. Мы тебя поздравляем, благодарим. Молодец! Она нас просто потрясает. И мы хотим, чтобы ты занимал второе место. А первый Султан должен занять. Первое место у нас Дима. И Дима, подходи сюда. Первое место. Молодец. Дмитрий и Панама чемпиона. Ура! Всех остальных благодарим. Они сегодня утром приходили с сыном, сделали разведку боем. На следующих турнирах. Я и сделали разведку боем, спасибо. Выиграли. Молодец. Молодец. Так, что это за крабовую палку? Так, супер.